Почему мы вышли с таким предложением? Потому что в январе месяце, в общем-то, не все родители еще определились с выбором школы. Не все дети, которым необходимо пройти психолого-педагогические комиссии и получить рекомендации специалистов, да, прошли эти комиссии. Они проходят в основном во втором учебном полугодии подготовительной группы. То есть февраль, март, апрель еще продолжается активная работа специалистов. И, соответственно, не все родители еще обладают полной информацией о том, какую программу лучше, целесообразнее выбрать для их ребенка. Поэтому нам кажется, что прием заявлений, начало приема заявлений в январе – это достаточно рано. Лучше, конечно, если это будет хотя бы весной, да, март или апрель.